Итак, сегодня мы рассмотрим снятие, разборку, сборку и установку переднего пера на Bulk Motors 250. Будем производить все работы с правым пером. С левым в целом все делается аналогично, за исключением снятия, потому что на левом пере необходимо открутить крепление суппорта и кронштейн, который держит шланг переднего тормоза. Первое, что нужно сделать, это поставить мотоцикл на подставку. Далее нам необходимо открутить фиксирующий болт. Этот болт фиксирует ось переднего колеса. И затем открутить ось переднего колеса. Откручиваем фиксатор переднего колеса. Прям выкручивать до конца его нет необходимости. Просто необходимо расслабить. Чтобы открутить ось переднего колеса, понадобится шестигранник на 12. Если вдруг возникают проблемы со снятием переднего колеса, ну точнее с выниманием оси, то необходимо взять колесо и чуть-чуть его пошатать. Со стороны тормозного диска имеется втулочка дистанционная. Ее очень важно не потерять. Следующий этап нашей захватывающей передачи — это откручивание болтов внизу. Внизу на нижней траверсе. Это у нас нижняя траверса, это верхняя траверса. На верхней траверсе болт на 13 держит наше перо. На нижней траверсе два болта на 10. Прежде чем откручивать перо дальше, необходимо освободить его от резиночек, которые держат фару. Здесь вот у меня еще хомутик, который держит трос спидометра, но он не зажат, он свободно ходит, и перо просто через него выйдет без проблем. Значит так, прежде чем снять перо, необходимо открутить верхнюю пробку. Верхнюю пробку можно открутить двумя способами. Первый способ — ослабляем верхний болт на верхней траверсе. После этого берем ключ на 17 и вот так вот ослабляем. Пум. Это сработает только в том случае, если с гранями на этой пробке все хорошо. Если вдруг с гранями не все хорошо, и они по какой-то причине там подслизаны и нужно использовать головку, то необходимо ослабить верхний болт, ослабить болты на нижний траверс, не до конца спустить самое перо, потом зажать опять это перо в нижней траверсе и уже головкой подлезть открутить. Второй вариант сложнее, поэтому начну с него. Тоже вынимать его не обязательно, достаточно его только ослабить. Далее ослабляем два болта на нижней траверсе. Здесь уже нужно придерживать перо, потому что оно уже может вывалиться. Мы опускаем перо, но не до конца. Наша задача — опустить перо настолько, чтобы у нас влезла головка на 17, чтобы открутить пробку. Теперь затягиваем буквально чуть-чуть два болта на нижней траверсе, чтобы зафиксировать перо и без проблем открутить пробку пера. Берем головку на 17, подлазим без проблем и, собственно говоря, откручиваем. Ну, причем откручивать до конца не нужно, достаточно просто ее ослабить. Вот, соответственно, мы ослабили вот эту пробку. Опять откручиваем два болта на 10 на нижней траверсе, которую мы закручивали. Их, опять же повторюсь, нужно только ослабить. Не обязательно их откручивать, вынимать полностью. Ослабили. И вуаля, наше перо вышло. Для дальнейшей разборки нам понадобится ключ на 17 и головка на 17. Первое, что мы делаем, это откручиваем до конца пробку. Чтобы открутить эту пробку, необходимо держать вот этот башмак. Ножками держу, ручками кручу. Оп. Вот такая вот у нас тут дальше картина. Чтобы открутить дальше, нам необходимо ключом на 17. Здесь вот есть вот такая вот типа гаечки. Вот она. Прям под ключ на 17. Головкой откручиваем сверху. Оп.
Сорвали, теперь эта пробка без проблем откручивается. Чтобы разобрать перо дальше, необходимо нажать вот на эту вот трубу и вынуть вот стопорную шайбу. Короче, дальше нам нужно нажать вот на эту штуку, сжать пружину и вынуть вот это стопорное колечко. Дальше вынимается вот эта труба. Собственно, чтобы залить масло, например, или поменять масло, разборки до данного уровня достаточно. И вуаля, у нас тут гидравлический элемент во всей своей красе. Сейчас мы будем сливать масло. Собственно говоря, чтобы слить масло, да и залить, в принципе, можно пружину вынуть. Вот она тут пальцем прям, хоп. И далее качаем гидравликой. Короче, задача максимально вылить масло. Потому что при замене масла важно, чтобы максимум старого масла, грязного, оно вышло. Понятно, что все масло не выходит обычно. Вот. А в целом, чтобы промыть вилку, так скажем, перед заменой масла, можно сюда залить какого-нибудь очистителя. Тоже вот так вот покачать. Но очень важно, чтобы эта очищающая жидкость, она нейтрально относилась к резине. Да, то есть, чтобы не испортить резиновое уплотнение. Всякие там обезжириватели или керосин в целом можно. То есть, лучше даже использовать, я думаю, керосин. Очень важно, чтобы после такой промывки, собственно говоря, вилка высушилась, да? Чтобы... вот это чистящее средство, оно не осталось внутри вилки. Ну или если вы располагаете сжатым воздухом, это вообще будет прекрасно, он все быстро высушит. Собственно говоря, после этого можно заливать уже новое масло. Вот сюда, не теряя шток, прокачивая. Ну это сейчас мы посмотрим. Чтобы поменять масло, дальше разбирать не нужно. А вот чтобы поменять сальнички, разбирать дальше нужно. Пыльник снимается каким-нибудь тонким лезвием, тонким ножичком или отверточкой. Так вот потихонечку поддевается. Лучше это делать не острым лезвием, чтобы не порвать. Но можно и острым. Но надо стараться не порвать. Поддеваем. Сильно давить не надо. Совсем чуть-чуть. И сальник вылез. Сальник вылез. Поддевается и вынимается вот такое вот стопорное колечко. Поддевается вот за эти вот ушки. После того, как мы сняли стопорное кольцо, нам необходимо выбить внутреннее перо из внешнего пера. Это делается исключительно силовым методом, и у меня это будет, скорее всего, происходить довольно долго. Так, что там видно? Значит, дальше тут все элементарно просто. Легким движением руки снимаются втулки. Сначала идет широкая внутренняя. Она прям чуть-чуть вот так вот пальчиками чпок. И все. И готово к снятию. Далее у нас идет внешняя втулка. И вот здесь вот у нас идет остатки подшипника. Идет остаток подшипника. Ой, в смысле этого сальника. Колечко тут. И пыльник. Вуаля. И все, дамы и господа, дальше разбирать не нужно. Ну, если вам понадобилось разбирать дальше, скорее всего, случилось что-то с вилкой такое, что проще купить бушную. Может, даже новую. До этого момента необходимо разбирать при замене сальников пыльников и при замене втулок направляющих. Все. Вот. Дальше что нам предстоит? Нам предстоит заменить только что убившийся сальник, помыть все это дело и будем собирать. Короче,
Помыл я все, разложил в том порядке, в котором надо будет собирать. И как это вообще должно быть. Соответственно, перед тем, как соединять внешнюю трубу с внутренней трубой, на внутреннюю трубу надо одеть сальник, сначала пыльник, сначала вот сюда вот, вот так, пыльник, потом будет стопорное колечко, потом будет сальник. У сальника есть внешняя часть и есть внутренняя часть. Внешней частью сальник должен смотреть на башмак. Значит, стопорное колечко, сальник, потом вот это вот упорное кольцо, причем оно должно стоять, оно здесь имеет с одной стороны скругление, фасочку, а с другой стороны фасочки нет. Вот где нету фасочки, туда должна упираться втулка. То есть фасочкой, с той стороной, где фасочка, должен смотреть опять на башмак. Далее идет втулка. Не знаю, какая она, внутренняя или внешняя. Наверное, внешняя. И втулка внутренняя. Это все насаживается на внутреннюю трубу. Далее внешняя труба соединяется с внутренней трубой. Ну и там уже покажем дальше. Ну и теперь важный момент, на котором стоит остановиться. Это вот этот вот стакан. Он имеет здесь подвижность на данном пере, да, на данной штанине. Здесь стопорное колечко. Снимается оно вручную. Дальше этот стакан вынимается. Вынулся этот стакан. И вот здесь вот у нас есть тоже колечко резиновое. Оп. Вот такое вот. Вот эти колечки при каждой разборке и сборке, ну, как только разобрали вилку, сразу надо эти колечки менять. Ребята из Новороссийска посоветовали вообще сделать следующим образом. Заполнить всю эту полость герметиком. И забыть вообще про эти колечки, типа и все. Ну, собственно, сейчас мы это попробуем сделать. Колечко мы отсюда выкидываем. Это все моем, здесь моем, обезжириваем, намазываем сюда герметика, туда герметика. Это все вот так вот ставим и сушим. Начинаем сборку с комплектования внутренней трубы. Вливаем немножко масла в крышечку. Смазываем пыльничек. Именно поверхность, по которой будет скользить нога. Берем вот такой вот отрезок, обрезок бутылки. И вот таким вот нехитрым образом. Опс. Ставим на место пыльник. Затем у нас идет стопорное кольцо сальника. Затем идет сальник. Опять же, вот это внешняя сторона сальника. Вот это внутренняя сторона сальника. Внешняя сторона сальника должна быть обращена на башмак, к башмаку. Надели. Собственно говоря, вот этот обрезочек из бутылки, из-под бутылки, он нужен для более простого хода сальника вот в этом вот сложном месте, где ставятся втулки. После сальника вот это вот колечко. С одной стороны, вот здесь вот, ну оно такое, с одной стороны плоское, а с другой стороны немножечко выпуклое. Вот плоской стороной к втулке, выпуклой стороной к башмаку. Дальше идет втулочка, вот такая, ну это которая потоньше. Хотя они, наверное, одинаковые. Да, они одинаковые. В общем, это потолще, это потоньше. Вот которая потолще, сначала она идет. Она ходит по ноге. А потом по внешней трубе первая втулочка ходит. А вторая втулочка, она ходит внутри
вот этой вот внутренней трубы. Собрали мы вот такой вот комплектик. Вот здесь вот есть краешек, такая ступенька. И вот чтобы губы тисков, они упирались вот в эту ступеньку. Предварительно втулочки и с внешней стороны тоже нужно смазать маслом, чтобы они ни в коем случае не работали на сухую. Так, втулочки предварительно смазаны маслом. Вот здесь вот мы тоже помажем. Опс. Вот, и здесь сейчас задача состоит в том, чтобы запхнуть, собственно, сейчас будет одна из сложнейших процедур. Необходимо для начала, я вот делаю вот такой вот оправочкой, оп, все, отлично. Вот так вот у меня села туда втулочка. Теперь должен сесть сальничек. Таким же макаром я его сейчас попытаюсь туда запхнуть. Упс. Да ё-моё, давай уже. Оп. Вот. Вот это признак того, что ступорное кольцо теперь зашло. А в прошлый раз оно вроде бы зашло, но щелчка не было, поэтому был шанс, что, скорее всего, оно зашло не полностью. Далее, на этом еще не все. Прежде чем установить пыльник, можно набить смазки на литиевой основе, собственно говоря, вот сюда. Это позволяет дольше ходить, ну, меньше грязи попадать, короче. Вот так вот плотненько встык по всему радиусу, по всей окружности, ровно встык. Должна это все быть. Далее у нас процесс наливания масла. Собственно, опытным путем было выяснено, что нормально эта вилка работает примерно на 400-450 граммах масла. Жесткость вилки можно регулировать в каких-то пределах маслом. В небольших весьма пределах, то есть там совсем немного грамм. Ну, я думаю, что где-то 400-450 грамм, это как раз можно регулировать этим количеством жесткость вилки. После того, как залили, нужно покачать. То есть залили масло, и нужно прокачать гидравлический элемент, чтобы из самой гидравлики вышел воздух. Чтобы было проще качать, можно вот в таком вот положении делать. Вот, усилие на штоке сейчас есть и при надавливании, и при вытаскивании штока. Значит, все, у нас, в принципе, прокачалось все. Гидравлика прокачалась. После этого мы ставим пружину. Пружину здесь ставить все равно, как она с обоих сторон одинаковая. Погружаем туда пружину. Погрузили пружину. Далее ставится вот эта вот проставка вот этой вот втулкой вниз. У вас может произойти такая ситуация, что эта проставка вынется, да, из вот этой трубы. Ну, в смысле, может произойти ситуация, что трубка отделится от вот этой вот составляющей. Ну, я так понимаю, что тоже не важно, в какую сторону ее ставить, потому что трубка сама симметричная. Лучше ее ставить, немножко держа перо под углом,
чтобы шток не проваливался вниз под собственным весом. Вот. И теперь нам нужно надавить на вот эту трубу. Когда уже вот эта труба установлена и шток вы держите руками, можно поставить вертикально перо, и тут уже будет проще надавить на пружину, чтобы поставить вот эту стопорную шайбу. Все. Далее закручиваем пробку, берем ключ на 17, в обратном порядке все делаем. Ключ на 17, головка, затянули. Тут сильно не надо, просто чтобы она дальше типа не проворачивалась. И пробку можно закрутить. Окончательная затяжка происходит на мотоцикле уже, когда установлено, точно так же, как мы расслабляли, только теперь нужно будет так затянуть. Засунули перо, чуть-чуть его прижали нижней траверсой, двумя болтиками на нижней траверсе. Просто зафиксировать чуть-чуть, чтобы затянуть вот эту вот гайку. Верхнюю гайку. А сильно тянуть ее не надо. Тут буквально хоп, притянул. Чуть-чуть, и все. Опять отпускаем. К слову, момент на вот этих вот болтах на траверсе, он тоже маленький. Около 12, где-то может быть 15 нэмов. На каких-то нотиках даже меньше. Ну, там обычно ставят 3 болта. Нельзя тянуть эти болты сильно, слишком сильно, потому что можно пережать втулки направляющие, которые мы там ставили, поменяли, например, или они еще нормальные, и тем самым ускорить их износ. Двигая перья вверх-вниз, можно менять геометрию мотоцикла. Начиная от его высоты, чем выше, да, выдвинуто перо, тем ниже передняя часть мотоцикла и вообще тем ниже мотоцикл. Но тем он будет острее рулиться. Будет сложнее ездить по песку, но можно будет разворачиваться по меньшему радиусу. Или, наоборот, можно сделать его немножко выше. Но нельзя делать крайнее положение. Но в любом случае, если менять высоту мотоцикла с помощью перьев, то необходимо выставлять и левое, и правое перо на одной высоте. Вот сейчас оно тут стоит за подлицо. Ну, должно стоять. С завода за подлицо.